Доброе утро, дорогие зрители! Многие из нас уже начали день с утреннего кофе. И если кто-то думает, что этот напиток дает только заряд бодрости или заряд тахикардии, то все не просто так. Специалисты говорят, в разумных количествах одна или две чашки в день кофе увеличивает продуктивность мозга, настроение, заряд энергии, время реакции и когнитивные функции. Кроме того, он может понизить вероятность возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера. Так что если кто-то скажет, что кофе вредно, у вас есть хотя бы один аргумент в защиту этого прекрасного и ароматного напитка. На календаре 19 января, вторник. Вы смотрите программу «Народное утро». С вами Вероника Ежова. Турицы относятся к празднику славян, посвященному тотемному животному Туру. Наши предки верили, что он обладает огромной силой и энергией. Зимние турицы выпадают на 19 января. В этот же день празднуется водокрес Малый. Праздник имеет обрядовую смысловую нагрузку. Юноши проходят посвящение в мужчины, показав смелость, ловкость и находчивость. В качестве испытания молодцы отправлялись в лес на охоту. Важно было не только найти и сразить Тура, но и показать находчивость и умение выжить в зимнем лесу. Какие еще праздники выпали на дату 19 января? Далее в нашей постоянной рубрике «День в календаре». Минули радостные рождественские дни. И вот на пороге другой важнейший христианский праздник. 19 января Православная Церковь отмечает Крещение Господне, или иначе Богоявление. В этот день христиане всего мира вспоминают события, которые описывают все евангелисты – крещение Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. Крещение Господне начали праздновать еще в те времена, когда были живы апостолы. Но сначала крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление. В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных, поэтому этот день часто называли Днем Просвещения – в знак того, что таинство крещения очищает человека от греха и просвещает светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах. Многие в эту ночь окунались в ледяную купель или прорубь, чтобы, согласно народному поверью, очиститься от грехов. Чтобы все прошло безопасно для вашего здоровья, необходимо учитывать свое состояние и не игнорировать предостережения врачей. Купание на крещение набирает популярность не только в целях духовного очищения, а как процесс закаливания. И если вы решили окунуться, стоит помнить о правилах безопасности. Купаться можно только там, где обустроен специальный вход в воду. Нельзя предпринимать это в одиночестве. Разумеется, перед входом в ледяную воду нельзя употреблять алкогольные напитки. Желательно иметь с собой плед или одеяло, а одежда должна быть удобной для быстрого надевания. Еще в ночь на крещение люди ходят в храмы на всенощные бдения, которые заканчиваются утренней божественной литургией и освящением воды. Считается, что богоявленская вода обладает чудодейственной силой. Она способна оберегать от недобрых людей и исцелять от болезней. Научиться поддерживать диалог любого уровня сложности, начать лучше разбираться в людях, постичь искусство преодоления препятствий, возникающих на жизненном пути, и просто получать удовольствие от вечеров наедине с самим собой. Всему этому нас способны научить не только бизнес-коучи и психотерапевты, но и классическая литература. И порой даже в большей степени, чем перечисленные профессионалы своего дела. Читайте больше, читайте правильные книги и смотрите книжную пятиминутку каждую неделю в нашей программе. Трогательная история любви Сойера и Зои, главных героев знаменитой мятной сказки Александра Полярного, в прошлом году покорила несколько миллионов сердец. Но где заканчивается одна история, обязательно начинается другая. Книга «Снежная сказка» – долгожданное продолжение. Это история двух людей, которым предстоит пройти через множество испытаний, чтобы обрести свое счастье. Это история Митча и Ники. Александр Полярный – молодой российский писатель. Родился в 1994 году в городе Мурманск. Любовь к книгам проснулась у него еще в детстве. После прочтения романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» Александр сам решил попробовать себя на писательском поприще. И, судя по всему, весьма удачно. Остается добавить, что «Снежная сказка» имеет два варианта оформления – утренний,
и вечерний. И тот, и другой может служить отличным подарком на все зимние праздники, да и без всякого на то повода. В этом сборнике собраны повести и рассказы о русской зиме с крещенскими морозами, буранами и метелями. А в самом сердце этого сурового времени года всеми любимые праздники – Рождество, Святки, Новый год, которые вдохновляли писателей и дарили яркие сюжеты русской литературе. Контраст между холодом, ненастьем и домашним сердечным теплом, радостью любимых праздников оставил след в русском характере, всегда дарил яркие сюжеты отечественным литераторам. Буран свирепствовал час от часу, бушевал всю ночь и весь следующий день. Так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми. Наконец стало немного затихать волнение снежного океана. Утих бурный ветер, улеглись снега. Чувствуете живую картину разгула родной стихии? Ее нарисовал Сергей Аксаков в 1834 году. В сборнике «Зимние повести и рассказы русских писателей» вы обнаружите целые залежи драгоценных полотен, так близких каждому живущему в этой стране. Как превратить рабочее место в источник вдохновения? Как успевать многое, но при этом не валиться с ног от усталости? Как наполнить профессиональную деятельность радостью и удовольствием? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах книги «Магическая уборка на работе». Создайте идеальную атмосферу для продуктивности и творчества в офисе или дома. Ее автор Мари Кондо, чьи советы помогли огромному количеству читателей избавиться не только от уймы никчемных вещей, но и оставить в прошлом ненужные связи и превратить свои дома в оплоты уюта и спокойствия. А теперь пришло время преобразить свое рабочее место. И при этом совершенно не важно, где вы трудитесь – в офисе, дома или в мастерской. Кипы документов на рабочем столе, бесполезные чаты и созвоны, бесконечные электронные письма и срочные задачи опустошают и лишают мотивации, ограничивают продуктивность и возможности карьерного роста. Советы, собранные в этой книге, помогут не только навести порядок на рабочем месте, но и во всех аспектах вашей работы, а также наполнить радостью вашу профессиональную жизнь. После прочтения этой книги вы не захотите возвращаться к будничному хламу и рутине. Мари Кондо – эксперт по уборке и наведению порядка, автор мировых бестселлеров, ведущая популярного шоу, номинант на премию «Эмми». 6 лет назад вышла книга улыбчивой японки, которая помогла миллионам людей по всему миру разобрать завалы ненужного хлама в квартирах и полюбить свои дома. Только в России книгу «Магическая уборка» купили более 500 тысяч раз. Теперь наступает очередь разгрести завалы на работе. Удачи всем нам! Отличительная черта гороскопа на сегодня – это максимализм во всем. В любви, в работе, в проявлении чувств и даже в лени. Другая же черта этого дня – непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, налетая как ураган, что может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда, но все же, окунаясь в водоворот романтических страстей – и импульсивных поступков, старайтесь не потерять голову. А прямо сейчас развернутый гороскоп для каждого знака зодиака. Не пропустите ваш прогноз на сегодня. Овны. Гороскоп советует в начале дня смело совершать крупные покупки и делать вложения. Вы встретитесь с человеком. После этого в вашей жизни появится новая цель. А вот во второй половине дня лучше не проводить деловых переговоров и отказаться от любых сделок. Тельцы. Не оставайтесь в стороне. Необходимо принимать важные и серьезные решения, от которых зависит ваша судьба и дальнейшая жизнь. Рядом с вами появятся очень успешные люди, к мнению которых стоит прислушаться. Нужно быть максимально собранным и сконцентрированным на своих целях. Близнецы.
Есть вероятность, что отношения с коллегами не доставят вам положительных эмоций, но вы должны выстоять этот натиск. Ведь вашему успеху на работе можно только позавидовать. Смело беритесь за новые проекты. Не стоит занижать свою самооценку, вы достойны нового уровня. Раки. Посвятите этот день активному отдыху и развлечениям. Если вы планировали ремонт, то стоит проявить осторожность. Вы можете допустить серьезную ошибку, которая только затормозит процесс. Отношения с партнером и семьей спокойны и гармоничны. Львы, будьте внимательны и бдительны, и неприятности обойдут вас стороной. Благоприятное время для переезда в другой город или дом. Вам повезет и с районом, и с отелем. Вы можете найти свое место в жизни, где останетесь до самого конца. Девы, держите ухо востро. Не переоценивайте свои силы и возможности, иначе вы потратите много сил и жизненной энергии. Сейчас можно испортить отношения с родственниками. Этот добряк из Кита уверен, что любой, кто нуждается в помощи, должен обязательно получить ее. Увидев белого гуся, который попал в ловушку на замерзшем пруду, молодой человек начал действовать. Он вполне мог провалиться в водоем, но не побоялся и сумел добраться до бедной птицы. Правда, испуганный гусь в происходящем не разобрался и рванул вовсе не по направлению к своему спасителю, а от него. Но и в этом случае главная цель была достигнута. Птица покинула лед и оказалась в воде, где ей, конечно, будет куда комфортнее. А самые важные события на этот день мы собрали в следующей рубрике «Другие новости». В России вступил в силу закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств, пишут РИА Новости. Маркировать продукт как органический может производитель, прошедший добровольную сертификацию в России и включенный в реестр Минсельхоза. На упаковку в этом случае наносится национальный знак единого образца в виде белого листа на зеленом фоне и надписью «Органик», выполненный шрифтом белого цвета и продублированный латиницей. Согласно результатам опроса, у 63% россиян знак вызывает доверие, а 54% знают, что это национальный знак органического продукта. В России ввозится и органическая продукция, произведенная в странах Евросоюза. Ее знак соответствия – белый евролист на зеленом фоне. Только 5% опрошенных с большей вероятностью купили бы продукт с такой маркировкой, а подавляющее большинство не понимает его значения, констатируют эксперты. Около 60% жилых домов в России могут остаться с горячей водой низкого качества, сообщают «Известия». Речь идет о зданиях с открытой системой теплоснабжения, то есть тех, где в кранах и батареях течет одна и та же вода. Еще в 2011 году правительство приняло поправку в закон, по которой горячая вода для кранов и батарей должна подаваться раздельно. Однако, по словам профессора городского и регионального развития Сергея Сиваева, существенных шагов для ее реализации не предпринято до сих пор. С 1 января 2022 года эксплуатация централизованных открытых систем теплоснабжения станет незаконной. В Минэнерго сообщили, что до этого срока все необходимые мероприятия провести не удастся. Теперь же Минстрой планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного перехода к закрытым системам. Сейчас документ внесен на рассмотрение правительства РФ. Предполагается, что Кабмин утвердит порядок оценки экономической эффективности, без которой переход осуществить будет невозможно. Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Об этом пишет Интерфакс. По словам замглавы СКР, в связи с уравнением ответственности между физическими и юридическими лицами, ведомстве считают целесообразным скорректировать взаимодействие Федеральной налоговой службы со следователями. Сейчас ФНС направляет материал следователю только если должник не возместил ущерб в течение 2 месяца после выставления ему требования. По мнению СКР, это слишком долго. Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация и выведено имущество. Прямо сейчас продолжение гороскопа для оставшихся знаков зодиака. Весы. Вы получите хорошие новости, появятся новые знакомства, которые перерастут в серьезные и длительные отношения. Обратите внимание на здоровье. Также не рекомендуется употреблять крепкие спиртные напитки. Скорпионы. Ваши дела идут в гору, но не соглашайтесь на слишком соблазнительные предложения. Не стоит быть такими доверчивыми. Даже весьма воспитанные знакомые окажутся не самыми честными людьми. Стрельцы, если у вас нет работы, то сегодня может появиться дельное предложение. Стоит согласиться на него. Будут новые знакомства, и вы проведете время в приятной компании. Козероги, не давайте деньги в долг. Прежде чем идти в магазин, сформируйте четкий список покупок.
В любовных делах царят гармония и взаимопонимание. Если вы занимаетесь творчеством, то вас ждет успех. Водолей. Время трудностей и испытаний заканчивается. Звезды вновь сулят вам удачу и успех в каждом начинании. Отправляйтесь на отдых, проведите время с друзьями и близкими вам людьми. Беседа с другом принесет вам внутреннюю гармонию и мир. Рыбы. Посвятите свободное время домашним делам. Пришла пора выбросить старый хлам, разобрать в шкафах, почистить компьютер. После обеда получите важную новость, которая вас очень обрадует. Порадуйте родных людей своим вниманием и подарите небольшие подарки. Социальными сетями пользуются более 3 миллиардов людей, то есть 40% от населения нашей планеты. Изо дня в день мы постим твиты, снимаем сторис в Инстаграм, просматриваем видео на YouTube, отвечаем друзьям в мессенджерах и не выпускаем телефон из рук. И как результат, живого общения в нашей жизни становится все меньше, частота обновления страниц выше, а настроение почему-то хуже. Оставьте это. Благодаря рубрике «Интернет-обзор» вы будете в курсе всех актуальных новостей и ничего не пропустите. И времени на реальную жизнь, может быть, даже станет больше. Режиссер из России снимет первый эпизод сериала для HBO. Поклонники и хейтеры обсуждают новую скандальную переписку Арми Хаммера. Это и не только обсуждают в сети сегодня, это интернет-обзор. Погнали! 29-летний режиссер из Нальчика Кантемир Баладов снимет для сети HBO первый эпизод сериала «The Last of Us». Режиссер «Дылды и тесноты» заменил в проекте постановщика «Чернобыля» Юхана Ренка, который найти для сериала время в своем расписании, сообщает The Hollywood Reporter, не нашел. Шоу будет повторять события первой одноименной компьютерной игры в жанре приключенческого боевика с элементами хоррора и стелс-экшена, но обзаведется новыми сценами и вставками. Текст сериала пишут автор «Чернобыля» Крейг Мэнди и творческий директор самой игры «The Last of Us» Нил Даркман. Известно, что сеть HBO заказала сразу полный сезон шоу. В сети обсуждают новую скандальную переписку Арми Хаммера. 34-летний актер, который не так давно развелся с 38-летней Элизабет Чемберс, угодил в очередной скандал. Имя актера попало в тренды Твиттера. Пользователи сети обсуждают его переписку, слитую из директа Инстаграма. Точно неизвестно, является ли переписка подлинной. Многие отнеслись к ней скептически и считают, что скриншоты подделаны в фотошопе. Однако содержание переписки так взволновало пользователей, что бурного обсуждения было не избежать. Тем более, что активность Хаммера в сети уже приводила к скандалам ранее. Теперь содержание предполагаемой переписки актера содержит еще более жестокие откровения. Так, якобы Хаммер мечтает о крови своей партнерши, фантазирует о том, чтобы держать в руке ее бьющееся сердце, а также вспоминает, как в моменты близости держал в руках нож. Пользователи Твиттера, кажется, остались озадачены, но некоторые все-таки смогли с юмором прокомментировать новость. Несколько западных изданий также обратились за официальными комментариями к представителям актера. Однако те пока не ответили. Райан Рейнольдс поддержал 11-летнего фаната Дэдпула, сражающегося с раком. Столкнувшаяся с проблемой семья обратилась к актеру в видео и быстро получила от него ответ. Мама и сын сказали, что они большие фанаты Райана и его персонажа Дэдпула. В течение суток Рейнольдс ответил своим землякам, записав для них видео, в котором высказал семье юного Броди немалое количество теплых слов поддержки и добавил, что, возможно, в скором времени они смогут пообщаться вживую. После обращения Рейнольдса, борющийся с раком мальчик воспрянул духом. В интервью местному каналу его мама отметила, что эмоциональное состояние мальчика просто на высоте, что при борьбе с раком играет немаловажную роль. Своим обращением к канадской семье Рейнольдс поддержал статус любимца Канады. В сети стало вирусным видео, на котором три актера озвучки едут в одной машине и импровизируют всем знакомыми голосами. Послушайте сами, кого узнали. Впереди авария. Поэтому и грущу. Я думаю, что через 200 метров нам всем нужно будет свернуть налево. Конечно. Это был интернет-обзор. Почаще чекайте Инстаграм, будьте в курсе событий. Пока-пока. Увидимся завтра. Не забывайте про хорошее настроение. Это поднимет рабочий настрой и творческую мотивацию. С вами была Вероника Ежова и программа «Народное утро». До встречи в новом выпуске.